Маша, стой. Маша, я не вижу бросков. Ты его в партере, да? Удержал. Мне нужны броски. Через плечо, через это. Я Даника сколько? Один раз бросил за 20 минут. Я с ним боролся, один раз только бросил. Не мог бросить. Дальше, Владимир, удержать. Заходи сбоку. Руку не ставь правую. Правую руку вытащи, мои. Со стороны спины руки захвати изнутри. Изнутри, мои. Вот теперь туши его и сзади, делай то, что хочешь. Держи его ногами. Давай, вылезай, вытаскивай эту руку. Нижнюю вытаскивай, правую. Переходи на удержание. Вот, вот, еще чуть-чуть. Между ног поставь его. Ногами переворачивай. Все в стойку. Стойку все. Ты понял, да? Взял захват, перевернул еще. И он, и бутов, который сильнее тебя, тебе сделать ничего не может. Убегает. Аджи. Вот он опять. Дай сюда пояс. Я думаю, вы все. Дай сюда пояс. Сказал, вы сказали в отеле. Недостойно, блин. Трусы падают все время. Так, Майя, поменяй Владимира. Владимир, поменяй Даника. Посмотрите, Маша не вспотела даже. На тренировке была. Я вспотел. Ты вспотел. Мертвые не потеют. К сожалению. К сожалению. Что? Что? Владимир, ну как руки зашевели? У тебя руки есть? Посмотри на меня. Раз отсюда ручку, раз аккуратненько. Взяла за шею. Иди сюда лучше. Вот ты боишься. Да, бери за шею. Раз, вытащил ее отсюда. Вот, ножки убрал. Все. Встал, раз, через бедро. Все. Я стою, она падает нормально. Но. Вот тут. Осторожно. Стоп. Стоп. Ну, ты сделал один. А второй? Черт, блин. Раз, подсечку. Нет, как же ты сделал? Ну ладно, сейчас отходим. Маша, стой. Как ты сделал? Нет. Ты сделал подсечку, то есть надо было добивать другой ногой. Но. Сюда, а потом сюда. О, смотрите, как это. О, вот это, да. Да. Ну и дай возьми ее за пояс и вытащи, и все. Возьми, как через грудь бросок. Дай шею, Владимир, стоп. Владимир, вот, вытащи, отними ее, вытащи. Нет, отними ее. Стоп, стоп, стоп. Я просто с левой ноги не уйду. Я волнов.
Сейчас вам дам по 100 бросков, вы будете мокрые. Я мокрый, что? Все, приготовились? Бороться? Да. Приготовились? Да. Далее с Владимиром, потом Маша подключится. Няня, готовы? Че? Стоп, смотри. Есть 3 минуты, которые остались. Так, Пастухов, какой бросовки ты сделаешь? Корона или какой бросовки ты сделаешь? Обязательно говорить. Обязательно, да. Но если все равно не сделаешь. Зацеп. Зацеп какой? Такой, снаружи. Отсюда снаружи? Зацеп более не снаружи. Ты что сделаешь? Что ты ему сделаешь? У тебя коронный бросок. Ты вышел с Пастуховым и говоришь, Пастухов, ты мешок. Я мешок? Почему? А я тебе через бедро сделаю. Не сделаю. Сделаю. Взял и сделал. Какой бедро? Через плечо. Все, ты слышал? Что сделаешь? Есть. Марио, что-то будешь делать? Хорошо. Владимир, что сделаешь? Бедро и мокрый. Он же милейший, голосный бедро. Он же сзади легче делать. Перед подножкой. Готовы? 3 минуты. Начали. Владимир, стоп. Далее, ты что будешь делать? Я бы хотел сделать все зацепки. Хорошо, давай. Стойко, Владимир. Владимир, стойко. Так, Владимир, идешь в высоту. Ты отдыхаешь, Марис, Маша. Марис, сиди далеко. Только старайся не очень сильно. Он упирается, не сильно физически. Так, аккуратно. Уже поздно, стойко. Не вижу. Пастухов, я не вижу, что ты хочешь сделать. Я? Пастухов. О, Маша, смотри, короче. Маша, что-то по ногам есть, хорошо? Буток, стоп, буток, стоп. Евгения, посмотри на меня. Когда стоишь ноги прямые вместе, ты падаешь и можешь удариться плечом в голову. Чуть-чуть присядь, ножку. Все. Много дырок у нас. Все дырело. Сделал? Глаз он сделал тебе зацеп? Делал.
Какая была подготовка? А? А? Подготовка? Да. Просто сделал. Это прием называется контрприем. Нет. Зацеп боли или снаружи — это контрприем. Ну вот мы еще не тянем. Он тоже, да, тянем другого вот этого. Это прием. Вот. Это в основном контр. 90% это контрприем. То есть подготовки у тебя нет. А если бы он туда не полез, ты бы не сделал. Он не полез никуда. Он закладывал. Где он? Хорошо, я подумал. Влад, ты сделал что-то? Пытался. А какая подготовка была? Ты чисто прием делал, да? Да. А подготовка к приему? Да. То есть для того, чтобы сделать тот прием, который ты хочешь, да, надо какая-то... идите сюда, сядьте сюда. 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 Значит, еще раз. Пастухов сказал, что он сделает зацеп более-менее снаружи. То есть идет отсюда. Значит, чаще всего, это как... Вот отсюда, то есть отсюда, вот этот прием, он идет как контрприем. То есть я что делаю? Я, например, показываю там через бедро, он ногу вперед, и отсюда раз, ухожу. Это первое. Второе. Это не нападающий, потому что если ты... Хоп! Человек разворачивается, подхватывает и до свидания. Ну, это делается под конец схватки обычно. Когда сил уже нет, да? Да? Когда ты делаешь раз движение, она разворачивается, ты падаешь на спину. Да. Ну. Я сделал. Я знал, что Влад не будет знать, что я это делаю, поэтому я сделал. Раз. Влад. Влад хочет сделать бросок через плечо. Значит, что нужно сделать, чтобы Пастухова бросить? Это первое. Он должен, Пастухов, стоять, ноги широко. Во-вторых, чтобы у него не было сзади возможности уйти. И по возможности, чтобы в сторону броска двигался. Хоп. Значит, надо подготовить, значит, поставить надо на край. Надо показать прием туда, чтобы он пошел на тебя, ты бросил вперед. Вот это и есть подготовка. Ты чисто заходишь за лей. Да? Он стоял, ты залез. Он тебя прочувствовал, просто ушел и развернул на всю спину. Тоже контакт прием. Кто там? Ты женщина. Ты кто убирает, да? Нет. Это сумка. Да. Ты понял? Это контакт прием. Все равно его надо готовить. Его надо готовить. Когда его хорошо делать? Пастухов, когда? Когда соперник идет назад, правильно? И когда соперник еще нога впереди, то есть чтобы на эту ногу сделать. Значит, надо готовить, надо его подготовить. Я, каюсь, никогда не готовил прием. Почему? Потому что вот эти мышцы слабые были. То есть тут надо вытаскивать, таскать, подсечки делать отсюда. Литя. Но зато я использовал другое. Я использовал то, что делал соперник. Если он стоял так и давил вперед, я ему делал подхват. Если он вот так стоял, я ему делал, толкнул, хоп, подсечку убрал, зацеп, он упал. Если вдруг делаю зацеп, ногу убрал, далеко, задняя подножка. Если он убрал недалеко, то туда подхват. Ну, вот сейчас я уже вижу новые приемы, как есть, с упором и держу, вот такой боковой, интересный. То есть от этого. Но чемпионы — это те, которые атакуют. Те, которые на контратаках — это призеры. Те, которые просто защищают. Отсюда. Все, еще раз, запомните. Если я взял захват, я вас брошу. Тот захват, с которого я делаю броски. То есть 100 захватов, но я стараюсь пройти к тому захвату, к любимому, с которым у меня идет коронный бросок. И я могу делать любого.
знали, например, говорили, Серега делает то-то, то-то и то. То есть есть приемы, которые, то есть мои. Пастухов делает все понемножку. Это не дело. Это не дело. Вот у Бутука сейчас есть. Через плечо он неплохо делает. Но Пастухов дятел. Объясняю почему. Он взял через спину скелет, Пастухов раз и встал. Зачем ты встал? Сдернул раз и задушил. Все делают через спину скелет, через плечо. Где контрприем? Так на соревновании сейчас делаю контрприем. А, я видел, как ты делаешь. Я тебя прошу. Если ты здесь не сделал, у тебя... Знаешь, как у боксера, да? Махни вот так рукой, а тебя сразу уйдет и даст в глаз. Почему? Потому что это у него рефлекс. Он не думает о том, что будет потом. Он знает, что если рука пошла, надо уйти и туда. Его учат этому. Если он будет думать, кто это, Пастухов махнул, а он не ударит, то его убьют просто на ринге. Чух! И удар, и все. Так и ты. Это тебя, ну, понимаешь, что тебе должно быть уровень рефлекса. Какой рефлекс? Тебя раз бросились, ты хоп, бедро сделал. Вот ты потом думаешь, блин, летит, надо его придержать, то убьется. Это рефлекс. Поэтому я заставляю вас делать тючком. Вот стали делать тючком, вот этот сразу стал больше бросать. Лучше стал делать, да, больше бросать. А вы делаете тючком на прямых ногах. Вот. Да, на прямых ногах. Неправда. Хорошо. Вопросы есть? Раз, два, три, раз, два, три. Встали. Да, да, встали. Встали! Вперед. Вы туда. Так. Вот эти вот. Раз, два, три. Схватки. Взяли вот это. Даник домой. Маша сюда. Значит так. Владимир. Маша держит, а вы делаете 50 раз отталкивание. А вы говорите? Еще раз. Нет. Молодец, что думаете, зато в мол классе. Значит как? Маша держит, ты ложишься головой сюда. Вот тогда головой сюда. Либо головой. Или на камере, там камера. Да, я тут сюда. Голова. Все, бежи, Маша! 20-20, 20-20, 3 подхода по 20. Вперед. Вы готовы? Да. Два приема. Отсечка. Передняя. Хорошо. И передняя команда. Все, уже не коробный. У тебя. Вот смотри, ты должен бросить назад, чтобы бросить вперед. То есть если тебя... Вот центр передний. Хорошо. Готовы? Вам 5 минут. Время! Я не видел, не могу сказать, но камера видит. Потом мне расскажешь. Ушел. Влад ушел в сторону. Так, 50-е свидание. Можешь 30 сделать здесь? Можешь, смотри, оттуда прыгаешь сюда, отсюда сюда и отсюда сюда, и все. Эх, я не могу показать вам. Что, передний? Передний. Да нет, могу. Что? Нет. Я сюда, да? Вот сюда, а потом бросаешь. Спасибо. А что здесь вот сюда?